В Сибирском федеральном округе значительно возросло число лесных пожаров. Сейчас тайга горит на площади почти в 21 тысячу гектаров. Наиболее сложной остается обстановка в Братском районе Иркутской области, а также вокруг столицы Бурятии. Улан-Удэ оказался затянут дымкой от лесных пожаров. Из-за рельефа местности дым оседает над городом длительное время. Роспотребнадзор постоянно контролирует качество воздуха. По фактам нарушения правил обращения с огнем в лесу возбуждены более 40 уголовных дел.